Русский менталитет – загадка. Нас сравнивают с ирландцами, с греками, а иногда даже с американцами. Но кое-что делает наш народ уникальным. Нам генетически необходимо выходить за рамки формальных взаимоотношений и общаться с людьми на личном уровне. Таким был Петр I. Он мог закатить пирушку с простыми солдатами. Ему важно было найти взаимопонимание даже с обычным рядовым. Это было в традициях бизнеса дореволюционной России. После заключения сделки предприниматели вели партнеров в баню. Эта же черта есть у Владимира Путина. Он не довольствуется формальностями, а налаживает личные отношения. Чего только стоит посещение свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Сначала это удивляет. Какая к черту баня? Как император закусывает с простым солдатом? Почему президент посещает неофициальные мероприятия? Но уже через мгновение иностранцы очарованы, и сугубо формальные отношения подкрепляются искренним взаимодоверием. В итоге наша любовь к неформальным отношениям приносит еще и положительные прагматичные результаты.